социальных сетях Ленинского городского округа появилось видео, на которых видно, как потоки воды размывают снег и землю в Видновской лесополосе. Как выяснилось позже, съемку сделали неравнодушные граждане, которые сообщили о случившемся. По информации диспетчерских служб, по информации полиции, сотрудники ЗАО «Совхоз имени Ленина», дабы не переполнялись пруды, начали спускать воду, ну, через шланги, скажем так. Вот, спускать они начали не на свою территорию, не на свои поля ЗАО, а затронули муниципальную землю. Подобный сброс воды прямо запрещен законом. Он наносит вред экологии, размывая почву и обнажая корни деревьев. Кроме этого, была частично разрушена лыжная трасса, которую совсем недавно возвели в Видновской лесополосе. Специалисты уверены, подобные сбросы воды происходят здесь постоянно. Я думаю, что совхоз сливал эту воду каждый год, постоянно, и они, может быть, не знали, что там теперь лыжная трасса, что там благоустройство сделано, да, там освещение. И они по привычке сливают эту воду, потому что если мы с вами пройдем по этому каньону, да, по этой низине, мы поймем, мы увидим, что там подмывается постоянно, там падают деревья, там постоянно они вот, и корневая система деревьев постоянно подмывается. В этот раз действительно нашла коса на камень. То, что раньше проходило незаметно для граждан и властей, теперь вышло наружу. Лыжная трасса мгновенно стала популярной. Популярные у местных жителей, они и обнаружили непорядок. К рассмотрению инцидента подключились и администрация муниципалитета, и депутатский корпус. Мы написали в ряд инстанций, в природоохранную прокуратуру, Водонадзор, Министерство экологии, несколько депутатских запросов. Сейчас ждем ответов из этих инстанций. Ситуация не уйдет. Дальше мы будем контролировать, посмотрим, будет паводок, когда будет очевиден объем, если он будет, конечно, нарушений и повреждений, тогда мы его оценим и предъявим господину Грудинину счет. Потому что иначе это будет районный бюджет. Действительно, есть вопросы к бывшему директору ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину, который пока формально исполняет обязанности руководителя предприятия. Тем более, что уже в нынешнем году этот сброс воды не единичный. Сейчас 14 числа опять повторился слив воды, уже в меньшем количестве, то есть они уже начали открывать кран не на полную, то есть потихонечку мы это опять зафиксировали, опять в Гослесфонд написали, и, соответственно, ждем опять каких-то обратной связи от собственников данной земли. А привыкли, что там нет людей. И поэтому можно делать все, что угодно. Я думаю, что Павел Николаевич, по большому счету, делал все то же самое. Раз там ничего нет, то можно нарушать. В настоящий момент трасса восстановлена, а оценка ущерба для природы будет производиться, когда сойдет снег. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.